после ограбления на ностальгию пробило? И не говори. Помнишь Шейл-экспресс? Мы ведь раз 10 грабили его, наверное. И ведь не надоедало, а? Ага. А потом они пораскинули мозгами и послали за нами мотоциклистов. Нас ведь тогда чуть не прибили. Да ни один из них нашим стервятникам и в подметке не годился. Знатно мы над ними поглумились. Как тебя после этого взяли шерифом, убей, не понимаю. Так, что-то задумался, забылся. Кто с нами приветствует? Дамы и господа, каждый вечер я выхожу в эфир и стараюсь подавать новости в наиболее объективной и беспристрастной форме. Но сегодня я вынужден сделать личный комментарий. Меня часто спрашивают, в чем разница между императором Менгском и предателем Джимом Рейнером, указывая на то, что в молодости Менгск устроил восстание против конфедерации и на пути к власти неоднократно прибегал к силе. Почему Рейнер в такой же ситуации объявлен преступником? Я скажу вам, в чем разница. Когда император Менгск начинал свою революцию, человечество было в безопасности, а Рейнер начал бунт в условиях войны с двумя инопланетными расами. Джеймс Рейнер, где твоя совесть? Разве не должен ты сейчас оставить личные амбиции и сражаться бок о бок со своими согражданами против инопланетной угрозы? Развелось тут критиков. Если правильно помню, в первой части вроде как было уничтожено 9 из 12, что ли, планет тиранов. Ну, когда вот началась эта революция. Ну да ладно. Джим, поговорите со мной. Что случилось на Тарсонисе? Я вижу, что воспоминания причиняют вам боль. Тарсонис. С него все началось. Менгск выкрал пси-излучатель у конфедератов и установил его на планете. Он знал, что это привлечет зергов, и... В тот день началась наша революция. В день, когда Менгск уничтожил целую планету и назвал это справедливостью. Боже, миллиарды невинных людей, это... Это чудовищно. Неудивительно, что вы его так ненавидите. Да уж. Припоминаем. Я ищу эксперта-дешифровщика для взлома адъютанта. Пока безуспешно. Да ну. Полковник Орлан в мертвецком порту взломает что угодно. Давненько я там не был. Слушай, а в тот раз у тебя дошло до женитьбы? Что-то я не помню. Я же говорил, если бы я знал, какая будет ставка, я бы тогда ни за что не сел играть. Просто не переношу сцены воссоединения влюбленных. Ладно. И, наверное, сразу же в порт. Зачем откладывать? Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации – полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в мертвецком порту. Ненадежный тип, но он единственный, кто сможет взломать этот код. Забавно, что Мэтт говорит так, будто это он внезапно вспомнил, а не Рейнер ему напоминал. Мертвецкий порт. Сидеть тут и ждать вестей рискованно. Наемники – буйная публика. А Орлан наверняка не торопится с расшифровкой. Да, у меня тоже нехорошее предчувствие. Входящее сообщение. Джеймс, Орлан расшифровал твоего адъютанта и теперь планирует продать сведения Доминиону. Там, наверное, что-то очень интересное. Он попросил меня отвлечь вас, чтобы сделка прошла без лишнего шума. Очень мило с твоей стороны, Мира. Но зачем ты мне все это рассказываешь? Как это зачем? Вы с Мэтью гораздо симпатичнее Орлана. Предложите мне столько же, сколько он, и я помогу вам разделаться с этим старым жуликом. Орлан платит минералами.
Такое же условие я ставлю и вам. Договорились. С тобой всегда приятно иметь дело. Не тяните. Если Орлан заплатит раньше, придется помогать ему. Ах да, еще. Передавай привет Мэтью. Спроси, чего не звонит. Природных ресурсов здесь почти не осталось. Если мы хотим нанять Миру раньше, чем это сделает Орлан, придется искать и перерабатывать промышленные отходы. Считаете, ей можно верить? Она же наемница. Поможет тем, кто раньше заплатит. Эх, с ножом у горла. Да, названца. Кто еще? Так, парни, я заключил сделку с Мирой Хан. Пора за дело, нужно вернуть адъютанта. Так. Есть ты попадёшь. Не уверен. Давай сюда. Понял. Вернуться не забудь. Так, одного бойца. Эта планета уже давно служит свалкой для пиратских кораблей. Собрать здесь ресурсы для Мира должно быть довольно просто. Да-да. А? Будет сделано. Подобрать. Звона новенького. Давай, удиви меня. Хорошо. Оборона готова. И да, если я правильно помню, здесь можно даже особо не на добыче акцентироваться, а на том, что бить противника и забирать ресурсы у него. Но для этого надо будет подождать слегка. А, реликвии. Так, нет, не реликвии, но они наверняка где-то здесь неподалеку. Надеюсь, не пожалею об этом. Входящее сообщение. Оставила для вас с Мэттом небольшой подарок. В прошлый раз так и не смогла отдать. Черт, Джимми! Это что, стервятники? Острый глаз у тебя, Тайкус. Мы можем использовать их, чтобы заминировать подходы к нашей базе. Ой, хорошая мысль. Опа. Скорость в крови. Тему понял. Да, еду. Пристройка завершена. Так, отлично. Ну чё там, сэр? Дорога зовёт. Да, еду. Утилизаторы производят металлолом, который мы можем переработать на ресурсы. Позже пройдитесь по этому участку еще раз. Понял. Дорога зовет. Тему понял. Завожу. Поехали. Дорога зовет. Скорость в крови. Легко. Да, еду. И это все. Так, замечательно. Продолжаем. Что там, сэр? Что теперь задумал? Мне интересно, он на них тратит ресурсы или нет? Потому что я не вижу, чтобы у него убавлялось. То есть мы как бы можем замедлить, но не заставить его потратиться, да? Требуется дополнительный.
Вспомогательные хранилища. Так, как обычно, забыл про это. Есть, сэр. А? А? Водишки. Есть? Да. Я его понял. И это все? Да, еду. А, то есть оно в принципе не производит сейчас. Чего вот, блин. Нужно? Ладно, придется немножко жустрее пытаться. Ну чё там, сэр? Дорога зовёт. Скорость в крови. Легко. И это всё? Дорога зовёт. Легко. Да. Дорога зовет. И это все? Завожу. Поехали. Легко. Дорога зовет. Легко. Да, еду. Скорость в крови. Так. Понял. И это все? Легко. Не, ну в целом нормально, так идем. Да, еду. Тему понял. Скорость в крови. Тему понял. Дорога зовет. Чего ну... Ну че там, сэр? И это все? Дорога зовет. Да, еду. Легко. И это все? Что теперь задумал? Ну чё там, сэр? Легко. Да, еду. Скорость в крови. А, тут из него еще выпали. Ладно. Да, еду, завожу, поехали. И это все? Ого. Скорость в крови. Так. Завожу, поехали. Дорога зовет. Вот гад. Легко. Тему понял. Да, еду. Чего? Да. Тему понял. База атакована. Ой-ой. Легко. Что теперь задумал? Не с той стороны не приперлись. Кому наверх? Понял. Что теперь задумал? Легко. Так, в этом цело. Ну, более-менее. Чего
Ладно, Мира. Мы оба знаем, что ты бессовестно заломила цену. Но мне все равно придется тебя нанять. Я вся ваша, Джим. Как хорошо, что вы с Мэтью оказались проворнее Орлана. Ах ты, маленькая. Я покажу тебе, что бывает с предателями. База атакована. Да, блин, опять. Дорога зовет. Не везет. Лев на связи. Составим эпителектор. Я уже заждался. Так, чини. Вооружен и опасен. Ну чё там? Так, сэр. Ресурсы. Легко. Ну и сейчас самая сложная часть. Надо пробиваться на базу противника. Ай-яй-яй-яй. Тему понял. Так. У нее куча наемников, это, конечно, хорошо. Хватит прохлаждаться. Сюда. Так, пехотинцев больше здесь нету. Какие будут указания? А, ну и да. Я воронку делать будем! Вперед. Я не ищу легких путей! Уже в пути! Требуется помощь. Да блин, где? Я... Чего нужно? И это все. А, хорошо, скорость сюда. В крови. Так, ладно, отходим. Легко. Очень плохо получилось. Потому что, вот, как я и говорю, вот самое поганое для меня, это надо сейчас посмотреть, какие войска есть у союзника, подогнать их к нужной точке, попытаться придумать, как их применить, и при этом еще постоянно отвлекаться на тот факт, что враг-то тоже не будет сидеть на месте, будет подходить и атаковать. Месторождение минералов выработано. Из-за чего, блин, потеряли, блин, сколько там? Больше половины. Раздражают такие моменты. Просто даже не дают времени спокойно рассмотреть, что есть, что нет. А что? Что у тебя на уме? И да, я понимаю, что это было вот ничтожно слабое нападение от противника. Но вот просто пока я все равно отвлекаюсь, ну хоть бы немного дали возможности понять, что к чему. Канал открыт. Месторождение минералов выработано. Говори. Какие будут указания? Так, ошибочка вышла. Мы теряем. Опишите характер недомогания. Хотя, с другой стороны, эти пусть будут здесь. Это станет вот этим. А эти битые вот так вот. Сэр. Так, у нас главная проблема, мы не видим, что там на возвышенности. И я не знаю, чем тут эту возвышенность осматривать. Где-то покрепче кто-нибудь, вот, целенький вроде. Что теперь задумал? И это все. Я готов. Так, ну давай-ка ты сюда отправишь несколько рабочих на починку. Чего ну, нужно? Пока что самое поганое то, что тут тупо не видно. Легко. Ага, вот теперь видим, хорошо. Есть, конечно, идея, как подсветить, но она абсурдна. ТСМ готов. Положись на меня. Выкладывай. Так, собрались. Я не ищу легких путей. ТСМ готов. Yeah.
Ага, нельзя просто по площади ударить. Это плохо. Что теперь задумал? Не даже если бы мы использовали головорезов, скорость. Это было бы неудобно. По той банальной причине, что ну... Понял. Да, нет. Дорога. Отходим. Да, нет. Так, как тут должно нажиматься? А, хорошо, нашел. Так, ребята, собрались. Поближе. Не туда. Назад. Так, продолжаем. Делаю. Да. У врага есть авиация. Это отвратительно. Это про запас. Воу, 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 воу. Так, 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 назад. Вы. Какие будут указания? Место назначения. Приказ получен. Так. Там осадное орудие, да? Обнаружен. Я отправил тебе подарочек. Ну, шут с тобой. Угу, хорошо. Так, отходим. Поднимаемся. Что еще? Каков наш план? Вы свернитесь пока что. Вы поднимитесь. Ты присоединись. Что такое? Поднимаемся. Да, сэр. Да блин. И как мне избавиться от этой херни? Ну, вперед! Меня на всех хватит. Выкладывай! Говори громче! Уж я постараюсь! Улучшение завершено. Улучшение завершено. Так, ну вот опять же, непонятно. Куда стрелять?
Где воронку делать будем? Так, что у нас там по технике? Ну вот эти вот ребята вроде должны быть эффективны. Но, блин, их, скорее всего, очень бодро разломают. Выдвигаюсь. Так, стоп. Выкладывай. Если ты развернешься здесь, какая дистанция будет? Недостаточно. Ложись на меня! Конечно! Начинаем понимать, что чехарду. Давай, подлети ближе. Просто подобраться к танку еще ладно, можно, но бункер расстреляет. Будем пытаться сломать бункер сначала. Ничего себе. Ну что, ребята, будем надеяться, вам хватит силёнок. А что? Отлично. Хорошо. Конечно. Говори громче. Покатили. Я готов. Так, меня смущает этот центр синтеза. Потому что в моей памяти он означает, что здесь должны быть боевые крейсера. Вот это мне нравится. Ага. Понял. Систему курсаем. Месторождение минералов выработано. Чё только гад не откопал. Разведчик наш. Прекрасно. Говори. Что такое? Ага, а вот и он. Канал открыт.
открыть. Ну, в принципе. Меня на всех хватит. Какие будут указания? А, ну, это было проще, чем я ожидал. Место назначения. Как-то я считал, что не пожестче. Или это у меня воспоминания как-то спутались. Штаб вас понял. Тактические данные получены. Кто здесь такой наглый? Воу, эта фигня стреляет, отходим. Вот только вопрос, откуда у меня эта технология вообще взялась? Если ее вроде как наши изобрели. Ну, в смысле, у Рейнера. Твоя помощь. Мира, сделай одолжение. Присмотри за ним. Конечно, Рейнер. Я присмотрю за этой гадюкой. Причем совершенно бесплатно. Не, ну тут разработчики, очевидно, немножко переборщили. Штурмовать стервятниками вот эту вот крепость отстреливающуюся, это... Не, я понимаю, что, скорее всего, многие чисто через оклик, собрав толпу, ее бы накинули. Но все равно очень сомнительная мысль. Особенно учитывая, что, если я правильно помню, именно эти стервятники лучше подходят для борьбы с пехотой. Ну ладно, оставим это на их совести. В конце концов, они могли вот эту картинку нам создать чисто для красоты. Ну, а так, да. Я неплохо так фигней пострадал здесь. С этой разведкой, летающим зданием. Но выкручивался как мог. Стоп, у кого-то прибило минами? Серьезно? Я в шоке. Ладно, так или иначе, пока что хватит. Сэр. Взломанный адъютант помещен в лабораторию и готов к работе. Ну что, старушка, ты ведь с Тарсониса? Ты вела запись, когда напали зерги? У тебя есть какие-нибудь данные о причастности Арктура Менгска? Менгск. Арктур. Бывший офицер Конфедерации. Гражданский геолог-разведчик. Основатель и предводитель террористической организации «Сыны Кархала». Статус «Преступник». Доступ к перехваченной передаче 0081-0086-Альфа. Говорит Дюк. Излучатели установлены и подключены. Кто дал приказ включить пси-излучатели? Я, лейтенант. Что? Сначала конфедераты на Антиге, а теперь ты хочешь натравить зергов на целую планету? Это безумие! Она права. Подумай еще раз. Я все обдумал. Можете не сомневаться. У вас есть приказы. Выполняйте. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто! Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. С ума сойти. Теперь мы припрем этого мерзавца к стенке.